Аномальная жара в Сеуле побила все возможные рекорды. Метеорологи зафиксировали в столице Республики Корея температуру в 39 градусов по Цельсию. Из-за таких погодных условий пожарным пришлось охлаждать дома жителей холодной водой, а горожане предпочли проводить время вблизи фонтанов. Подобным образом погода в Сеуле выходила за климатические нормы в 1907 году, а затем этого не происходило целых 111 лет. Метеорологическое агентство Южной Кореи заявило, что жара будет держаться еще как минимум неделю из-за высокого атмосферного давления. Между тем, в Хунчхоне, это в 100 километрах к северо-востоку от Сеула, зафиксирована самая высокая температура в республике – 41 градус по Цельсию.